года Камила Валиева. Стремительно проносится время, а вот и контрольные прокаты сборной России уже приближаются к собственному завершению, но впереди самое интересное, самое сладкое, самое захватывающее. Произвольные программы тех спортсменок, которые готовы уносить нас в невероятную высоту. На льду появляется Камила Валиева, чемпионка мира среди юниоров, выигравшая один из этапов юниорского гран-при здесь же, в Челябинске, и выигравшая серебряную медаль уже на взрослом чемпионате России. Опять же здесь, на Челябинском льду. То есть Челябинский лед уже неоднократно становился для Камилы счастливым. И, кстати, именно Камила просто заставила замереть публику, исполнив свою олимпийскую короткую программу. Сейчас пришло время для программы произвольной. Болеро Мариса Равеля в новом прочтении от 15-летней Камилы Валиевой. И сразу же четверной тулуп. We'll be right back.
Камила Валиева. Ну что ж, действительно очень одаренный человечек и спортсмен, который может подарить зрителю массу эмоций. Вы знаете, искусство – это и есть, наверное, высочайшее проявление могущества в человеке. И вот в этом хрупком спортсмене, в Камиле Валиевой, есть вот это могущество. И мы надеемся, что в дальнейшем, по мере того, как будет развиваться сезон, мы будем это могущество наблюдать. Она действительно артистка на льду сегодня, конечно. Многое не получилось, но как мы уже много раз говорили в сегодняшнем эфире, что мы не будем говорить о том, что именно из прыжковых элементов получалось или не получалось. Вы прекрасно все видели сами. На тренировках она была практически безупречна. Сейчас, конечно, были помарки, но это и не соревнования пока еще. И что? Утром сработал. Сработал, да? Разминки тоже. Ладно, Аксель вторым мы выучили, осталось Сальков первым. Все остальные выучили. Нет, ну и... Слушай, тулуп. Тулуп, да, надо поработать. Ты очень длинно летишь. Очень растягиваешь. Ну, сейчас как раз было слышно лучше, чем в прошлый раз. Видите, Тарик Георгина отметила, что пока Камила гонялась за элементами, немножко ушла программа. А когда Камила катает чисто, в ее выступлении присутствует не только вот это могущество, о котором говорил Леша Игудин, но также и магия. Она буквально захватывает, она буквально завораживает. Ну и Даниил Глихенгаус добавил, что вторым элементом Аксель в 3,5 выучили. Нужно выучить, точнее, вернуть его с Альха в 4 оборота в начале. А то, как Камила умеет исполнять четверной тулуп, уже прекрасно знает не только челябинская публика, где она его уже исполняла 2 года назад на этапе юниорской серии Гран-при, но и весь остальной мир. В общем, сезон обещает быть очень интересным. И уже сегодня по этим прокатам мы начинаем предвкушать официальные старты и радоваться за то, что у нас в стране растет такое феноменальное совершенно поколение девчонок, каждая из которых достойна только самых теплых слов, только поддержки и только самых высоких строчек на различных соревнованиях. А если продолжать тему искусства, то, собственно, искусство и заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.